Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители. Хотелось бы вас не огорчать, но, к сожалению, придется. Буквально несколько минут назад стало известно, что заслуженного артиста России Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. Как подчеркнули его родные, Михаил Боярский уже более 7 дней не домогает. На данный момент состояние больного стабильное средней тяжести. Еще в феврале месяце 71-летний Михаил Боярский не домогал и уже лежал в больнице с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Тогда родные отметили, что спустя 10 дней Михаил Боярский вакцинировался и стал чувствовать себя лучше. Но уже позже его супруга Лариса Лупиан предположила, что причиной плохого самочувствия могла стать ответная реакция организма на прививку. В данный момент проводятся тесты и анализы актера, как я уже сообщил, состояние средней тяжести. Пожелаем нашему замечательному Д'Артаньяну, любимому артисту прошлого века и нынешнего, скорейшего выздоровления, благополучия и счастья. Чего желаю и вам, моим дорогим зрителям и подписчикам. Не болейте, радуйтесь лету и подписывайтесь на мой канал, если хотите быть в курсе последних новостей. Увидимся!